Здравствуйте, меня зовут Петрова Элеонора, и тема работы — создание творческой инсталлаборатории Инсталит 5В. Гипотеза: использование современных технологий, творческая деятельность учащихся и родителей позволит нам лучше усвоить нужную информацию, повысить интерес к чтению, к учебе, поможет в реализации учебно-воспитательных задач при дистанционной форме обучения. Методы исследования: поиск и подбор необходимого материала, обобщение, создание форм и видов творческой деятельности, создание Google формы анкетирования, анализ результатов, составление сравнительной таблицы, мониторинг-эксперимент учебной деятельности. Удачное и правильное использование современных интернет-площадок позволяет учителю вести урок очень интересно, усиливает образовательный эффект у ученика, повышается качество усвоенного материала. Такой метод делает уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными и более динамичными. Открытие страницы для классного коллектива в Инстаграме и ведение его дает возможность учителю расширить формат обучения, распределить учебную нагрузку, сделать процесс обучения эффективным, тем самым значительно увеличивает получение знаний и навыков. В нашей странице все публикации сделаны в одном стиле, что подписчикам было красиво и удобно смотреть. Из фотографий сразу видно, на какую тему сделана публикация и кто из учащихся сделал данную работу. У нас были опубликованы работы на тему «Любимая сказка из детства», «Школьные будни», «Рисунок по произведению литературы», конкурс среди учащихся и родителей «Наш Пушкин, мой Пушкин». С целью мониторинга и выявления эффективности работ нами проведено входное анкетирование. Всего в опросе участвовало 54 респондентов, 27 обучающихся 5 класса и 27 родителей. Проведенная нами научно-практическая работа показала, что ведение страницы в приложении Instagram играет большую роль в учебном процессе и позволило учащимся повысить эффективность и качество знаний не только по уроку литература, но и по другим предметам тоже. Начиная с осени до конца года нами опубликовано много различных материалов и проведены еще и другие литературные конкурсы. Все это можно посмотреть по данной ссылке.